И остановился ковчег в 7-м месяце и в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 9-го месяца, в первый день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетел и прилетел, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил из себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли.